Приветствую вас, Камила. Ну, во-первых, когда вы пишете про то, что вас это начинает беспокоить, я бы хотел, чтобы вы немножко более подробно, что ли, озвучили мы, то, как вас это беспокоит, чем вас это беспокоит и что вы, собственно говоря, хотели бы с этим делать, потому что, ну, честно говоря, тот факт, что вас это беспокоит, ну, лично мне ничего не говорит. То есть, да, я понимаю, что вас это беспокоит, я понимаю, что вам, ну, условно говоря, тревожно из-за этого, я это понимаю, но я не совсем в данном случае конкретном понимаю, в какую сторону вы хотите идти, вот. Ну, потому что, как бы, если вы хотите вырасти, это один момент, а на мой взгляд, этот момент нужно обсуждать, но отдельно, вот, потому что вопрос роста, вопрос развития, вопрос взрослости, вот он решается, ну, в таком индивидуальном, я бы сказал, порядке. Вот это первое. А если что-то еще, ну, значит, что-то еще. Вот. А, просто что именно, да, как бы такой момент здесь. А, чем вы привлекаете людей, а младше себя? Тем, что вы для них опорой являетесь. Говоря вашим языком, вы не умеете, условно говоря, быть слаб, а вы, не знаю, берете инициативу часто в свои руки. Вот. И это может быть, ну, вот основанием для того, чтобы увлечься вами теми, кто младше. Вот. В чем штука. Но, честно говоря, хотелось бы лучше понять контекст вашего вопроса. То есть, вот вы говорите, что там, ну, интересуются там, те, кто помладше, там, и прочее, а какая разница, кто вами интересуется? Ну, ну, то есть, возраст — это, мне кажется, не самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание, если ты строишь отношения с человеком. Конечно, если ты не подбираешь себе партнера там, под какие-то, ну, под какие-то цели, да, вот, поэтому я, конечно, не знаю, но тут надо знать, а вы вот в каком контексте, да, там, условно говоря, воспринимаете своих партнеров, вот, то есть, они вам в каком контексте интересно. И ну, условно говоря, там, сознаете ли вы
Осознаете ли вы вот этот самый контекст? Вот. Потому что, ну, есть у меня такое подозрение, что не совсем осознаете. Вот это неплохо. Вот. Не хорошо, не плохо. Просто, ну, просто факт, и все. Вот. И нужно, на мой взгляд, несколько лучше его осознать, вот, чтобы как-то вот, понимать, с чем вы, например, имеете дело. А то ситуация получается такая не самая, надо сказать, приятная. Вы просто уже на себе как бы начинаете зацикливаться, вот, а как бы тут вопрос не вас, а вопрос в том, как вы ну, контакт с людьми выстраиваете, вот, и как вы себя ведете, насколько естественно вы себя ведете в этом, об этом. Контакте, насколько адекватно вы себя ведете, адекватно себе, я имею в виду, поймите правильно, пожалуйста, вот, насколько вы адекватно себе ведете в этой, ну, в этой компании, вот, как бы, ну, компания людей, там, условно говоря. Вот, с которыми вы взаимодействуете. Вот, и, соответственно, это важно. Достаточно, как мне кажется. Вы же хотите понять причину здесь не важна. Если ровесники есть подставки, мой общий младших больше интересует меня тоже больше тех, кто младше. Но я думаю, что я не выросла в голове, меня это начинает беспокоить. Ну, смотрите, во-первых, что значит не выросла в голове. Как-то вот, ну, я в таких, как бы, терминах немного не мыслю, мне бы хотелось немножко по-другому это подсказать, чтобы сказали. Вот, что вы вкладываете вообще в это понятие. Вот, как-то, ну, попроще, да, можно так сказать, немножко попроще выразиться, вот, потому что на данный момент для меня это прозвучало просто как, ну, какая-то, знаете, попытка себя, какие-то рамки какие-то себя поставить, вот, потому что, ну, что значит выросло в голове, да. Если это то, что я думаю, то вы говорите о стереотипах, конечно. Всем привлекают, ну, люди помладше, энергии зачастую, искренностью, непосредственностью, привлекают тем, что с этими людьми вы можете реализовывать свой потенциал к контролю, который сейчас у вас есть. Вот, и, в принципе, все. На самом деле, это очень много. На самом деле, это очень системообразующая история. Вот. Когда вот так происходит, человеку нужен контроль, он пытается изо всех сил как бы контроль удержать, словно говоря. А удержать контроль можно с теми, кто младше, потому что, ну, ты смотришь на них сверху вниз и... как бы имеешь возможность, ну, контроля, вот, таким образом. Поэтому элемент, на мой взгляд, здесь в этом смысле. То есть, опять же, да, это бы нужно проанализировать, посмотреть, там, грубо говоря,
что я получаю в контроле в этом. Вот, то есть в контакте с таким, ну вот, с человеком. Вот, что я получаю в контакте с тем, кто младше меня. Вот, что я с этим получаю человеком. Как я себя чувствую, там, и так далее, и так далее. Вот, как я себя веду, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а лично мне кажется, что вы слишком, как бы слишком уходите в контроль, в интеллект, в правильно-неправильно, в, там, условно, подавление своих чувств, и так далее. Вот. Понятно, что это все только предположение пока что на текущий момент, и у меня нет никаких оснований так думать, потому что все, что у меня есть, это ваш текст, вот. Ну, опыт, мой опыт, вот, исходя из своего опыта, я могу сказать, что люди, как правило, имеют такие вот особенности. Это не всегда проблема. Вот, это не всегда проблема. Ну, не обязательно должно быть, проблема. Это может быть и, в принципе, естественным состоянием человека. Вот, но, на мой взгляд, нужно, чтобы человек, ну, как минимум, сам увидел и принял то, что в нем есть. И позволял себе быть, наверное, самый главный разным, чтобы именно разным позволял себе человек быть. Вот. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На этом все, надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен и позволит вам сформулировать обратную связь, которая, в свою очередь, послужит началом плодотворной работы над собой. Удачи!